В эти дни в городе проходит ежегодный конкурс «Лучший по профессии» среди работников коммунальных служб. Лучших сантехников, уборщиков и маляров выберут управляющие компании. Для этого создадут специальные комиссии. А какими качествами, по мнению горожан, должны обладать работники коммунальных служб, мы узнаем сегодня. Отзывчивостью и внимательностью к людям. Ну, немного подружелюбнее должны, поответственнее быть, наверное. Я думаю, что они должны быть доброжелательными, потому что к ним очень приходят серьезными вопросами, которые вообще, может, не всегда они ей смогут помочь, но выслушать и как-то посочувствовать тоже должны. Ну, кроме того, что компетентные должны быть. Ответственность – это первое, наверное. И второе – это трудолюбие, чтобы содержать дома наши. Ну, не знаю, наверное, должны некоторые товарищи быть трезвыми прежде всего.